День физкультурника выпадает на выходной. Можно с легкостью оторваться от компьютеров и телевизоров и отправиться, скажем, на футбол. В субботу 16 сентября на стадионе «Шелковик» пройдет матчевая встреча в рамках 7-го тура чемпионата Молдовы по футболу. Бендерская «Тигина» сразится с командой «Балдурешта» из одноименного села в Молдове. Начало игры в 16:00. Вход свободный. Организаторы приглашают бендерчан поддержать городскую футбольную команду. В перерыве матча состоится поздравление работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником.